Алейкум ва рахматуллах, мои братья и сестры, на носу день Валентина. Вот интересно, что делают люди в поисках любви? Цветы, шоколадки, сердечки, фильмы, песни, стихи и так далее. И субханаллах, это естественно, это нормально для каждого, хотеть быть любимым, хотеть отношений. Аллах субханаху ва тааля заложил это в наши сердца. Но вопрос в том, как я должен искать любовь и где? Особенно я говорю это моим одиноким братьям и сестрам. Где вы найдете истинную любовь, мои братья? Клянусь Аллахом, есть два выбора. Халяль и харам. Харам – это свидание, хождение в кино, знакомиться на улице, кафе, переписываться до поздней ночи. Вам кажется, что все это приведет вас к истинной любви и к истинному счастью. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры. Этот путь приводит только к разрушению, к недовольству Аллаха, и это приведет только к тому, что твое сердце будет разбито. Моя сестра, говорю тебе, поверь мне, если ты в отношениях с мужчиной, без брака, он обещает тебе небеса и землю, и это длится уже долго, а он все никак не женится, он тебя использует, играет с тобой как с дурочкой. Клянусь Аллахом, мои братья и сестры, воспримите этот совет как следует. Если человек не поддерживает отношения с Аллахом, как этот человек будет хорошо относиться к тебе? Это невозможно. Клянусь Аллахом, мои братья, в любых отношениях всегда три стороны. Всегда это ты, другой человек и Аллах субханаху ва тааля. Если отношения халяль или шайтан, если отношения харам. Почему? Потому что пророк Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, если мужчина и женщина уединяются вместе без брака, то третьим с ними находится кто? Шайтан. Так вот, те, кто ищет настоящую любовь, где вы собрались найти ее? Среди того, что я перечислил, клянусь Аллахом, там ее нет. Настоящая любовь приходит только от Аллаха субханаху ва тааля. Аллах аль-вадуд, любящий. И где еще вы найдете настоящую любовь, кроме как у Аллаха? И эту настоящую любовь Аллах дает только через брак. Так постановил Аллах субханаху ва тааля. Можете попробовать любой другой способ, и в итоге ваше сердце будет разбито, и Аллах будет вами недоволен. Хотите настоящего счастья? Так женитесь. Вот где Аллах субханаху ва тааля дарует настоящую любовь. И напоследок моим женатым братьям и сестрам. Клянусь Аллахом, это стыд. Меня это убивает, разбивает сердце. Когда я вижу, что мы ждем такой глупый день, как день Валентина, чтобы проявить любовь друг к другу. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своим женам, а лучше всех из вас к своим женам отношусь я». И он, саллаллаху алейхи вассалям, проявлял любовь к своей семье, к своим женам каждый день, ежедневно. Он не ждал какого-то дня в году, чтобы прийти и проявить любовь. Так что, мои братья и сестры, прошу вас всех обратиться к Аллаху субханаху ва тааля.